сорт острого перца Habanero Orange Apple. Переводится как Habanero оранжевое яблоко. Это, ребята, сверхурожайный сорт Habanero. Оцените, какое количество вяжет плодов. Гляньте, посмотрите, сколько плодов здесь. Просто бесподобный сорт. Этот, ребята, сорт относится к виду Capsicum chinense. Это один из сверхурожайных сортов Habanero. Видите, плоды какие у него интересные. Плоды имеют кубовидную форму. Созревает он от зеленого цвета до оранжевого. Такой сначала зеленый, потом немного желтый, а потом же оранжевый. Форма как у яблока. Почему и назвали его Habanero оранжевое яблоко. Размер где-то 4 сантиметра. И в диаметре где-то сантиметра 3. Срок созревания такого перца от 80 до 90 дней. Высота куста может достигать от 80 сантиметров до 1,20 м. Это сверх-сверхвысокоурожайный сорт. Если будете выращивать в теплице, высота будет где-то выше 1 метра. С одного кустика можно снять до 300 вот таких вот плодов. Плоды у этого перца, они плотные, сочные, толстостенный, вот такой красавец. Срок созревания у него от 80 до 90 дней. Острота этого перца от 3 до 5 тысяч скобелей. Это слабоострый перчик со вкусом Habanero. Это растение многолетнее, его можно выращивать как в теплицах, так можно выращивать и на подоконнике. Смотрите, какая красота, ребят. Я советую вам такой перчик. Он неприхотливый. Вот высота. Смотрите. Устика. И вот сколько перца на него. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.